Всем привет! Сегодня на кухне у нас Настя. Дочка решила сделать пирог. А какой будет пирог, Настя? Зебра. Зебра. Ну, это, в принципе, называется торт зебра, да? Его можно пирог разрезать пополам, смазать сиропом, либо кремом каким-то и украсить. Ну, да, Настя этого не делает. Значит, у нас будет не торт, а пирог. Ну, так называется пирог. Ну, пирог зебра. И Мия пришла, вот она. Вот она не может без меня никуда. Это красотка, да? Мия, вот ты никуда без меня. Ой. И ты, да, и ты хочешь, Оди. А он за ней следом, а он за ней следом. Это капец. Да, Мия? Ничего, Мия. Замурлыкала, мурлыка. Мур? Да, Мия? Что там, Оди прыгает? Да? Ой, красотка какая. Вот уже барыня. Ты барыня? Барыня-сударыня? Да? Все, уляглась. И лежит. Ладно, ждем, сейчас Настя начнет делать, я включу. Так, ну приступаем к замешиванию теста. Что нам для этого надо, Настя, рассказывай. Показывай. Яйца. Яйца, какао, сахар. Сколько яиц? 3 яйца. 3 яйца. 2 ложки, 2 столовые ложки какао, стакан сахара, пол стакана масла, 2 стакана муки, ванилин и разрыхлитель. Да, ванилин. А, и стакан молока. И разрыхлитель. И стакан молока. Очень быстро и просто получается, да, Настя? Угу. Ну что, приступаем готовить. Такой вот пирог у Насти получился. Только с духовки, еще горячий. Остынет, снимем форму. И покажу вам еще в разрезе, какой он. Так, ну что, пирог остыл. И вот такой вот он получается.
в разрезе. Рецепт этого пирога я оставлю в описании к видео. Готовьте дешево, ну недорого, вкусно и быстро. Вариант к чаю.